Тогда можно принести. Я не против, принесу, против соблазна. Вопрос надо решить. Ну, у нас с братьями посовещались. Предложение. Собираться ли нет сегодня вечером? Либо завтра утром только собраться на богослужение? Не знаю. Очень близко тут вошло. По-моему, можно не нарушать. Чего-то всегда было. Некто даже не знающий. Придут, а закрыто. А кто не знающий? Я рада, что вы собрались. Ну, ничего страшного. Один шаг придут. А это все второе, как идет. А вы сейчас вот так. Просто сейчас, пока все разъедутся. Ну, надо разобрать. Нет, у нас запрещается мясо, только мясо. Если колбаса кому надо, делайте сами, я говорю, что много там есть. Поэтому Павел говорит, не буду есть мясо, только об одном. А тут тень. Сегодня вечером кто хочет и может сходить и в ближайшие храмы на субботнее богослужение, а завтра утром в воскресенье собираемся, так как в обычное время 8 часов. Хорошо. Сюда не обязательно, кому надо, чтобы ходили. Я думаю, это вот самый лучший вариант, щадящий. Где Марина? Где Марина? Я позвала на Кирова. Скажи, чтобы никуда не уезжала. Я хочу сюда вот всех посадить. Нет, ну сейчас один, ну что ты с тамбура смотреть? Матроскин нам подсказал, как правильно Рождество.
елки, тише. Снова елки в витринах, блестит мишура, и мороз в одеянии ярком. И не Нового года нас ждет детвора, Рождества и приятных подарков. Этот праздник недаром вошел в обиход, с давних пор его люди встречают. Но под шумным весельем не помнит народ, что этот праздник для нас означает. Только свыше рожденные наши сердца смогут видеть иную картину. К любовь всемогущего Бога Отца, плоть дарует единому Сыну. Свершилось то, что предрекал пророк. Из Назарета в Малый Вифлеем на перепись потек людской поток. Иосиф и Мария на свет спешили путь нелегкий тот пройти, чтоб роды не застали их в пути. Иосиф. Все Иосифы отказались от рода. Почему? Вот Вифлеем. Но где найти ночлег? Стучали тут, стучали там. Везде ответ. Пустить не можем, там и места нет. Какой коварный и жестокий век. Но кто-то жалится, дал молоко и хлеб. И на ночлег пустил в овечий хлев. В овечий хлев, где в эту ночь, что стало так светла, Мария Дева сына родила. Родился Иисус Христос. В темной ночью, ни в кровати, ни в покоях, ни в палате, а в хлеву, где ослик жил, и Иисус родился в мир. Ослик будто понимал, по частей Иисус не ждал,
Ему нужен не дворец, а комнаты наших сердец. Этот крошечный малыш послан Богом людям свыше, чтобы мы не горевали, славу Богу воспевали. Сердце я свое открою, поселись, Спаситель, в нем. Буду я идти с тобою в твой небесный вечный дом. Благословен тот день и час, когда Господь наш воплотился, когда на землю Он явился, чтобы возвести на небо нас. Благословен тот день, когда отверзлись вновь врата Эдема, над тихой весью Вифлеема взошла чудесная звезда, когда над храменной убогой полночной звездной полумгле воспели слава Вышних Богу, произвестили мир земле и людям всем благоволение. Благословен тот день и час, когда в Христовом воплощении звезда спасения зажглась. Мы были в ранах от грехов, уврачевал их наш Спаситель. Мы в рабстве были, а таков освободил нас Искупитель. Под тучей гнева были мы, под тяготением проклятия. Христос рассеял уже тьмы, нам воссиявши благодатью. Прими же к сердцу своему, ты эти истины святые. И, может быть, еще впервые воскликнешь к Богу своему. Ты в чувстве радости спасения, воздашь ему благодарение. Благословишь тот день и час, когда родился он для нас. Рождество Христово счет года ведет, этот праздник снова к нам на двор идет, и несет с собою радость детских лет, и над всей землей проливает свет. Старость оживляет, молодость бережет, будь благословен ты, Рождества приход. По волнам эфира льется песня хвалы, петь благодарение жителей земли. В городе Давида был рожден Христос, людям избавление чудное принес. Слава Вышних Богу, радость на земле. Бог послал спасение чудное в Христе. Над городом Давида взошла звезда любви и ярко осветила уснувшие сады. В божественном сиянии зажглись ее лучи, и ангельское пение раздалось в ночи. Обещанный Мессия пришел святых небес. Ликуй и пой творение, шуми кедровый лес. Христос родился ныне, чтоб нас спасти от бед. Принес прощение миру, спасение вечный свет. Ах, вы пришли, младенец крепко спал. Звезда светила ярко с небосвода. Холодный ветер снег сугроб сгребал. Шуршал песок, костер трещал у входа. И ушел свечой, огонь вился крючком. И тени то короче, то вдруг длиннее, никто не знал кругом, что жизнь еще начнется с этой ночи. Волхвы пришли, младенец крепко спал, крутые своды ясли окружали. Кружился снег, клубился белый пар, лежал младенец и дары лежали. Ночь тихая, Поля громко. Ночь тихая, Палестина, спит усталая земля, голы лоси и долины, скрыла все ночная мгла. В Вифлееме утомленно все погасли огоньки, только в поле отдален не дливали пастухи. Стадо вяло сосчитали, отвели на окно дозор и, усевшись, завязали между собой разговор. Только раздался шелест снежный, трепет пастухов обнял, и в одежде белоснежный ангел Божий им перестал. Не пугайтесь, не смущайтесь небесного Отца. Я присутствую с великой тайной вам назадовать сердца. Милость людям посылает сам Христос, Владыка Царь. Лесный мир спасти желая, себя людям отдал в дар. Аминь.
Как сильно мой гудежок непрерывно газа мой земной жизни.
Но я не могу пропустить тебя, твоя одежда слишком грязная. Сдаются. Это что такое? Это письма. Они написаны людьми, которым я делала добрые дела. Посмотри. Так как я была так добра, небо должно быть открыто для меня. Но писем недостаточно для того, чтобы сюда пройти. Твоя одежда слишком грязная, в такой одежде я тебя никуда не пущу. Забирай письма, мне не нужны рекомендации от людей. Вот книга, которую я читаю всю мою жизнь. Спроси меня, я тебе отвечу на любой вопрос, хотя бы на самый трудный. Но даже этого недостаточно. Твоя одежда слишком грязная. Прости, я тебя не пущу. Странно. Почему я ее не замечал? Наверное, это свет, исходящий из врат, делает ее видимой. Громко. Еще раз. Я приношу тебе множество молитв. Ну, этого тоже недостаточно. Разве ты не читала заветы Иисуса? А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Простите, но у меня уверенность, что если будешь молиться, тогда все твои трудности исчезнут. Увы, этого недостаточно. Я страдала. Я много страдала. Пусти же меня туда, где нет печали и слез, чтобы я навсегда успокоилась. Мне так жаль тебя, но я не могу пропустить тебя. У тебя такая грязная одежда. Но я думала, моих страданий и слез хватит, чтобы омыть мою одежду. О, как я несчастна! Почему этот человек с собой ничего не принес, и ты так свободно пропустила его в Царство Небесное? Почему ты нас не пускаешь? Ну разве вы не заметили белоснежность его платья? Он омыл его в крови Агнца. Об этом было написано в Откровении. Разве вы не слышали, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха? Да, но мы верили, что есть другой способ, чтобы попасть в Царство Божие. Мы ошибались. Теперь мы хотим сделать то, что ты говоришь, очистить одежду кровью Иисуса Христа. Теперь уже поздно. Нужно было не только совершать дела добродетельные, надеясь на свою праведность. Ведь вся праведность наша, как запачканная одежда, Исайя 64:6. Но нужно было, делая добро, знать и помнить, что помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Римлянам 9:16. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Теперь уже поздно. Уходите. Каждый день здесь на земле чей-то день рождения, радость близким и семье, дар благословения. Но однажды всей земле было торжество. Называют его все праздник Рождество. Рождество Христово для всех нас, для христиан, основа. Он приходит, холода в небесах, одна звезда возгорит, как всегда, как всегда. Дивном праздник Рождества.
гимн споем на память детей. Пусть поддержит детский хор чистых ангелов собор и Гаспар, Балтасар, Мельхиор. Все постятся до звезды в сочельник, патриарх, ткач и врач. Тихо засыпает, а над ним горит звезда, и волхвам путь освещает. Кто такое? Почему все попасть к нему стремятся? Ничего я не пойму, не могу я разобраться. Но на детский мой вопрос чей-то голос мне ответил. Это наш с тобой Христос, я Иисуса тоже встретил. Он Господь и верный друг, пастырь добрый и спаситель. Ты держись его, мой друг, чистых он сердец хранитель. Что такое Рождество? И без всякого сомнения, это праздник, торжество Иисуса, день рождения. Льются звуки прямо с неба, звуки радости святой. В яслях бедных в Вифлееме нам родился царь благой. Преклонился там Иосиф, у Марии светлый лик, только Ира в злобе черной головой своей поник. Жаждет мести и убийства, дьявола слуга, палач. Скоро в городе Давида матери поднимут плач. Но спасет младенца ангел, он в Египте будет жить, чтоб исполнилось Писание, чтоб спасение совершить. Из Египта по дорогам к обетованной земле будет ехать в Галилею тот младенец на осле. Как его, мой друг, ты встретишь? Отнесешься как к Христу? Если с верою глубокой, приготовься к Рождеству. А пока он в Вифлееме, на соломе среди овец, совершилась эта тайна, возлюбил нас Бог Отец. Не ко всем приходит вера, что у мира есть Творец. Есть ли Бог? – спросил Валера. Бога нет, – сказал отец. Возразила робко мама. Есть Господь, Он миру свет. Но в ответ отец упрямо утверждал, что Бога нет. Кто тут прав, кому поверить в положении таком? В спор не стал вступать Валера, грустно вышел на балкон. Был на редкость ясный вечер, и небесный свод привлек. Звезды вспыхнули, как свечи, словно кто-то их зажег. Как все сложно, как непросто, столько звезд, что всех не счесть.
«Есть ли Бог?» – спросил он звезды. Отвечали звезды. «Есть!» «Есть!» – ответил старый тополь. «А верни его листва!» То ли шелест, то ли шепот, только слышались слова. «Милый мальчик, сердцем вникни, прогони сомнения прочь. Мы не сами ведь возникли, сотворил весь мир Господь. Даже дом с твоей квартирой, нет, не вырос сам собой. Также есть Создатель мира, с ним прибудь, Господь с тобой. Всемогущ у нас Всевышний, мир велик, Творец один». Словно в школу утром вышел, вместе с мамой в церковь сын. Возле церкви Петька в сквере. Вдруг опешил: «Ты куда? Неужели в Бога веришь?» Отвечал Валера: «Да». «Дай мне наследство, часть мою», — сказал отцу однажды сын. «Я сам устрою жизнь свою». Взял деньги и ушел один. В чужой стране беспутно жил, лишь тратил, не приобретал. Когда имение расточил, бездомным, нищим, грязным стал. И, сидя около свиней, он ужаснулся. «Боже мой, что я наделал? Горе мне! Пойду к отцу, вернусь домой. Я против неба согрешил и виноват перед отцом. О, если б он меня простил и как раба впустил в свой дом!» Идет пустыней, сил уж нет, голодный, грязный, весь в пыли. Сквозь слезы чей-то силуэт вдруг замечает он вдали. Старик, в глаза песок попал, не разглядеть его лица. Забилось сердце, сын узнал в прохожем своего отца. Навстречу сыну вышел он, ни слова не сказав упрек. «Ты погибал, теперь спасен. Я так люблю тебя, сынок». Нам Слово Божье говорит, что есть на небе дом у нас, где счастье и любовь царит, отец там ожидает нас. И даже если грешник ты и перед Богом виноват, отец простит, к нему иди, он ждет нас у небесных врат. Сцена шестая закончилась. Сцена седьмая. Сцена седьмая. Тарас. Я колени склоню, где услышит Всевышний благодарность мою и печали мои. Тихий голос Христа над собою услышу, тихий голос Христа, голос вечной любви, тихий голос Христа. Голос Христа, голос вечной любви. Я колени склоню, и раскроется небо, дивный Господа край, где не гаснет заря. Сердце живительным светом и наполнится сил новой верой горя, и согреется сердце живительным светом и наполнится сил новой верой горя. Колени склоню и увижу так ясно заблуждения свои и ошибки в пути. Я пойму, что Христос был мне светом в ненастье, нес меня на руках и без гнева. Я пойму, что Христос был мне светом в ненастье, нес меня на руках.
голос Христа над собою слышу, тихий голос Христа, голос вечной любви. Спасибо, Христос, аллилуйя. Непременно. По два подарка. Все, брат, давайте не уходите. По одному они, а по второму не дадут. Даже если не заслужили. Все, брат, да. Передавайте. Концерт продолжается.
Владыка, небо нас ждет, Дим Франции. Я считаю, что один подарок мы подарим дяде Игорю Третьякову, который сделал нам детскую комнату, ремонт. Да вы что? За какой-то будьте, я дети, сказал Господь. Еще продолжение концерта не расскажу. Будете получать подарки. Витя, подарки кончились. У меня три тетради песнопений, поэтому можно до вечера славить Господа. Лучший мой подарочек это ты. Нам можно подпевать? Конечно. Вон, аминь. Если бедные прибежали пастухи, пред младенцем ликовали, как могли. Слава Вышних Богу, слава Вышних Богу, людям мир Бог дает. Слава Вышних Богу, слава Вышних Богу, людям мир Бог дает. Ангел светлый их на поле посетил, о рожденном Вифлееме возвестил. Слава Вышних Богу, слава Вышних Богу, людям мир Бог дает. Все вместе. Слава Вышних Богу, слава Вышних Богу, людям мир Бог дает. Поклонили жизнодавцу всей земли, сердцем чистым славу Богу вознесли. Слава Вышних Богу, слава Вышних Богу, людям мир Бог дает. Слава Вышних Богу, слава Вышних Богу, людям мир Бог дает. Воплотилось слово по любви Отца, Рождество Христово, радость всем сердцам. Слава Вышних Богу, слава Вышних Богу, людям мир Бог дает. Слава Вышних Богу, слава Вышних Богу, людям мир Бог дает. Кто знает, может подпевать. Ночь приходит, подними глаза. Миллиарды звезд на небесах. Только среди них одной звезды там нет, от которой днем и ночью свет. Этот свет — надежда и любовь, вера, откровение Божьих слов. Счастлив тот, кому вело пути всегда, Вифлеемская звезда в моем доме она, в моем сердце она, от печали и невзгод оградит и сбережет, и в чудесный край, и в дивный город за собою. Счастлив ты, когда Господь с тобой, Он отец и утешитель.
Спаситель, ты звезда моя, как прекрасна истина твоя. Так, ну какие мы знаем вместе, чтобы песни? Тихую ночь все знают. Зовут христиане. Давайте дальше. Все знают. Манит сердце мечтою, манит сердце мечтою, высь небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Я верю в Бога и Божий образ, преображаюсь.
слова знаешь, есть Божий суд, Евтушенко. Пропой. Нет, слов нет. Ну, что помнишь хоть с 5 на 10? Давай, черт, слова надо, слова. Хватит это подыгрывать. Давай, что значит? Помните слова. Младенец родился в известной пещере, какое обычное дело. С тех пор та табличка нет места для черни, 2000 лет пролетела. Кормушка скота называлась ясли, в нее положили младенца. Кончалась ночь, в небе звезды угасли, укрывшись на линии полотенца. Младенец родился рекой Вифлеем, дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный дым, не ночи сильны равнена. Потом это будет в далеком потом, и новая эра и храмы. Покажешь жилье с бессловесным скотом, Египет и смертные раны. Пока только ангелы знают об этом, и счастью сказать пастухи. Потом будут книги и восторги поэтов о том, кто прощает грехи. Младенец родился рекой Вифлеем, дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный Эдем, в ней тотчи сильны равна. Младенец лежит пеленами повитый, обласканный матерью девой. И в страхе раввин разворачивал свитки, и все истолковывал влево. Тот камень уже не рукой отрывало, а чрево, что шире небес. И рушились троны, и гибли валы, победный воздвигнулся крест. Младенец родился рекой Вифлеем, дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный Эдем, в ней тотчи сильны равна. Когда-то от голода родину бросит, полям Моавицким ушла на Эмин. Но срочной депешей зовет всех Иосиф, хлеб жизни родился, аминь. Младенец родился рекой Вифлеем, дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный Эдем, в ней тотчи сильны равна. Все вместе. Младенец родился рекой Вифлеем, дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный Эдем, в ней тотчи сильны равна. Можно сказать? Нина Александровна позвонила с утра, всем поход передала, с праздником всех поздравила. Спаси Христос, я тоже надо. И моя мама Валентина Арефьевна передавала всем поздравления, поклон и Рождество. Тетя Надя Пальпуева, зять Коля, они гриппом сильно болеют, даже скорую вызывали, тоже просила прощения, что не могут прийти. Ваших молитв и поздравления с праздником. От супруги моей, от Яны тоже поклоны, поздравления, слава Христу. Спасибо. Спасибо. Есть желание, еще можно что-то приветствие. Есть. 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 Передать приветствие из Петербурга. Валентина Дмитриевна Маркитанова передает вот нам приветствие и поздравления. А, великим праздником. Два Христова. Спасибо. Thank you.
Валентина Павловна, довести вас до октября. Что, поехали уже? Ну, сейчас минут 10 еще. Машина погреется. Ну, тут надо еще убирать, помыть. Ладно, я останусь по-моему. Ладно, уснул. Хорошо. Сейчас в день доеду. А вы не уничтожили, почему? Я завтра.
Еще вот этот разнос надо. Все, выключай, давай. Нет, я не...